Ну и самый первый, самый важный вопрос, да, наверное. Вообще, почему или для чего ты вообще это делаешь? Просто интересно. Интересно научить. Очень много девочек, которые хотят научиться, но ввиду того, что в республике нет такой возможности, поэтому решил обучать. Но вы только-только начинаете, дальше будет сложнее. Что именно сложнее? Вот я, например, мужчина, и для меня это все очень далекое. На самом деле для всех макияж кажется, что это очень легко и несложно красить. На самом деле все намного сложнее, потому что учитывается не только внешность человека, но учитывается форма лица, форма глаза, посадка. А вот девочки, модели, они к тебе пришли, ты им деньги платишь? Нет. Они бесплатно мучаются. А у тебя есть уже какие-то там, не знаю, любимчики? Пока нет. И не будет. Не, ну вот смотрите, ходит такая легенда, что вы себе накачали губы. Можно потрогать? Нет, потрогать нельзя, они натуральные, могу предоставить детские фотографии. По времени, сколько вы работаете в день? Вообще, показ и отработка занимает 2,5-3 часа, но я так чувствую, что по нарастанию мы будем задерживаться. Такой вопрос у меня такой, смотри, а в итоге у тебя будет экзамен? Конечно. Ты будешь проверять? Я вас официально приглашаю, Максим.